Ежедневно по несколько часов Айвазовский работал в мастерской. Вопреки обычаю красить стены мастерской в светлые нейтральные тона, его мастерская была окрашена в темно-красный цвет. Примечательно, что в красный цвет были окрашены и стены мастерской Максима Никифоровича Воробьева. На этом фоне художник более остро различал отношения заближенных тонов. Окна его мастерской были обращены не на море, а в закрытый двор. Начинал писать картину Айвазовский, изображая небо, или, как он называл его вслед за Воробьевым, воздух. Какой бы величины ни был холст, Айвазовский писал воздух в один сеанс, даже если он растягивался до 12 часов кряду. Именно таким титаническим усилием достигалась передача воздушности и цельности цветовой гаммы неба. Стремление как можно быстрее завершить картину диктовалось желанием не потерять единство настроения мотива, донести до зрителя остановленное мгновение и жизни подвижной морской стихии. Батальная живопись занимает большое место в творчестве Айвазовского. Художника по праву называют летописцем и певцом русской морской славы. Особую группу картин составляют полотна, посвященные морским сражениям. Среди них – морское сражение при Ревеле. Согласно замыслу начальника штаба адмирала Нордершельда, шведский флот должен был, непрерывно стреляя, проходить в кильватерной колонне мимо стоящих на якоре русских кораблей и повторять этот маневр до тех пор, пока русская эскадра не будет уничтожена. Этот план, по мнению немецкого исследователя Альфреда Штенцеля, был неудачным и не давал шведам никаких выгод. Они не сосредоточили своих сил, не стали на якорь с подавляющими силами против неприятеля, не попытались обойти его и тому подобное. Из-за сильного ветра и неточного прицела большая часть шведских ядер не попадала в цель. В то же время ответный огонь русских кораблей, стоявших на якоре, оказывался намного эффективнее. Больше всего пострадали те из шведских кораблей, которые пытались подойти на близкую дистанцию и для уменьшения хода и крена убавляли паруса. Они были встречены прицельными залпами и с большими потерями людей и значительными повреждениями рангоута и такелажа, уходили из-под выстрелов, не причинив русским судам серьезных повреждений. Флагманский корабль шведов Густав III вследствие неудачных маневров начал дрейфовать на русскую линию и оказался всего в 50 футах от Ростислава, осыпавшего неприятеля ядрами и картечью. С трудом удалось ему уйти из-под огня, при этом его так накренило, что корабль был спасен от затопления лишь присутствием духа артиллерийского офицера, приказавшего задраить подветренные пушечные порты. Другой корабль, 64-пушечный корабль «Принц Карл», шедший 15-м в линии, был так сильно поврежден, что потерял управление и был вынужден сдаться русским. Вскоре после этого шведский командующий, наблюдавший за боем фрегата Юла Ферсон, отдал приказ прекратить бой, и несколько кораблей, замыкавших строй шведов, так и не приняли участие в бою. При отступлении один из поврежденных кораблей, Риксенс Стандер, сел на мель и был сожжен шведами. Его пушка и якорь стоят в Таллине возле английской гимназии. Этот прогон сквозь строй, по выражению Штенцеля, сравнившего бой с жестоким солдатским наказанием, стоил шведам больших жертв. 61 убитый, 71 раненый и около 520 пленных. Один корабль попал в руки неприятеля, один потерпел крушение, а с третьего потеряно 42 орудия, сброшенных, чтобы сойти с мели. Несколько шведских кораблей ушли для ремонта в Свеаборг. Потери русских составили лишь 8 убитых и 27 раненых. Стратегическим результатом сражения стало крушение шведского плана кампании.
Разгромить русские силы по частям не удалось, а понесенные потери, которые ранее планировалось лихвой восполнить захваченными русскими кораблями, тяжело сказались на состоянии шведского флота. Долгий век Айвазовского пришелся на пору войн, которые вела Россия, в том числе за выход к морям. Не принимая непосредственного участия в морских сражениях и даже не всегда присутствуя на борту того или иного судна, художник не мог оставаться в стороне от бурь и перипетий эпохи. Его батальные картины – лучший ответ недоброжелателям, иные из которых с иронией, а то и с сарказмом утверждали, что, дескать, кроме моря Айвазовский и рисовать-то больше ничего не умеет. Конечно, умел. Силой художественного воображения живописец воссоздал картину морского сражения при Ревеле, имевшего место еще при императрице Екатерине II в мае 1790 года.